Ребят, короче, привет. Это Мамуне на Таганочке. И у меня есть вот такой вот подарочек из Индии. Ну, такое в России не купить, поэтому видео будет чисто таких, как сказать, любительских, да, качеств. В плане того, что просто я покурю, и расскажу вам примерно, что это такое, чтобы люди примерно понимали, что это за три таких вкуса авзала. Это шафрон двойное яблоко с шафраном. Потом мангай-пан, я даже понятия не имею, что такое мангай-пан. И маст-супари, я тоже понятия не имею, что это такое. Но уже примерно знаю, что эти два вкуса — это а-ля что-то такое панрасовое и все в таком духе, да? Мы сейчас забьем три чашечки и попробуем их раскурить и посмотреть, на что это похоже. И как бы это вообще курилось, и зайдет ли такое в России, да? То есть я думаю, что такое в России не зайдет, а если зайдет, то буквально на 2-3 покура остальное. Ну, грубо как с авзалом было раньше, когда все болели панрасом, и тут бамс, и все, панрас как бы стал такой. Так, давайте, наверное, начнем с шафран двойное яблоко. Да, здесь классические подгоны от авзала, спасибо большое, я брат ебал, что бы я без вас делал бы, нахуй. Через ваши мундштуки просто кайф курить. Их три штуки для троих. Тройничок. Классический стол. Да, упаковочка, в принципе, не отличается от того, что в России также, да, все соекс, не соекс и тому подобное. Так, открывается она, конечно же, вот так. Открывается, конечно же, вот так, но дай ножницы. Но в Индии, наверное, все просто ногтями, понял? Так. Ну, пахнет обычным двойным яблоком. А больше пахнет, если брать именно авзал, то это Golden Ember. Кто помнит вкус Golden Ember, то это такой сладкий-сладкий анис. Так, да, ну мы сейчас забьем. По цвету он красный. Собственно, что-либо там отличительное, если... Кстати, подожди. Что-что? Ну-ка. Так, смотрим. Вот это акцизный авзал. Авзал панрас от Point Tarta. Тихо. Ну. Потемнее это. Да. Вот он как авзал, а вот это как альфач какой-то. Ну это все понятно. Что там происходит? Point Tarta. Что за рачери, не до рачери? Что за, блядь, панрас, не панрас? Вы че, пацаны, что у вас происходит? Так, да, идем дальше. А, ну да, сейчас подровняем. Да ладно, если авзал, братан, можно ловером. Ну да. Чем мы будем? Так. Тем более это не наш авзал. Мангай пан. Тоже понятия не имею, что это такое. Авзал, спасибо. Я себе бусы захуярю, Даше подарю. Скажу, из Индии подарок Антон привез. Да, кстати, большое спасибо Антону Гайворонскому, да, Джон Коляна, за то, что он привез мне попробовать эти вкусы. Понравился? Не, у вас еще один авзал был. О, его уже нет. Братан, все. Хотя, смотри, может, что-то еще есть. Не, уже убили. Убили, был же супари, как что-то такое было. Суприм? Суприм или что? Пан Суприм. Ну, нет, пан масала Суприм. Нет. А, нет, Цезарь Пан. Саша закупал. Цезарь Пан. Да, вот что такое. Кузы Ланги-Ланга, да. Это наши пахнет? Стоматологом, блядь. Нет. Не стоматологом, это пахнет вот этим листом, куда заворачивают, собственно, панрас. У меня дома есть. Пацаны. У меня. Это лист, нет, это лист, который заворачивают сам пан, когда жуешь его. Потому что у меня дома вот эти есть штучки, которые надо жевать. Прям в листах. Да, пахнет точно так же, но. Блять, ну. Я не знаю, как это будет куриться. Просто, блядь, вообще. Так, да, по цвету он также темнее, чем то, что у нас в России. И посочнее. Да, ну может, потому что это 50 грамм как бы и... Братан, у нас тоже 50 грамм. Акцизного Point Tarta. Пацаны, я вас прям вообще на вас хейт прям дикий. За то, что вы возите. Если вы вообще это возите, а не штампуете в Подмосковье. Так. Толя Абзал на вас положил. Большой и толстый типа пан. Типа скидывай этим, большой, блядь. Большой и толстый пан на них. Брак, скидывай с пола, собираем. Да.
Анатолий, на вас экономит. И третья чашечка, это у нас массу пари. Судя по всему, это как какой-то индийский десерт, мне кажется. Потому что там типа понял. Чипсы, понял? Нарисованные чипсы. На тех пачках ничего не было. Авзал, спасибо. Пополнение в коллекцию бус. Да, бус. Посмотрим. Что к чему. Бля. Ну-ка. Но на секунду. Тихо. На секунду, знаешь, какой запах прошел? Я почувствовал. Какашки детских. Детских какашек, да. Давай когда вот только в памперс посракает, и вот запах через памперс плюс сам запах памперса. Ну, прикольно. Необычно. Ну, вот это да, согласен. Ну, это по детским дерьмишкам отдает. Да, детским дерьмишкам. Не подумайте, просто племянников много было. Пришлось. Я не хотел. Пришлось с этим поработать. Да. Пришлось с этим поработать. Покатать пару смен. Ну. Братик, выноси мне, выноси новые. Все. Наоборот, проще. Так, да? Ну да, на, Гуль, понюхай. Вот нотка есть, знаешь, такого да. Вот детского. Ну, сейчас в комментах говнат посыпется. Не детского. Бро, это ж круто. Ну да. От подписчиков из Индии. Там мы не поймем, там скажет, все будет. Бля, это мой любимый табак, назову да. Говно. Чё ты гонишь, на наши гордости. Субтитры, слышишь, субтитры на индийском ебани. Это будет вообще весело. Бля, ну я не знаю индийский, поэтому просто с фильмов ебану каких-то. Индийских. Индийских танцев, блядь. Джимми Бой. Так. Ну все, мы чашечки три сделали, мы сейчас, скорее всего, переедем на веранду, которая здесь очень пиздатая, так что не переключайся. Так, ну короче, мы сейчас раскурили такой вкус, как массу пари, это тот самый, который отдавал какашками, да, детскими. А скажу так, по дымности он отличается от того пандраса, который есть у нас, грубо говоря, в России, да, он менее дымный. По ароматике она гораздо слабже, скорее всего даже тот же самый панрас, который делается для Индии, да, вот именно для внутреннего рынка, он тоже будет сильно отличаться от того, который есть в России, тем, что он будет менее дымнее и, соответственно, более притуплен в ароматике. Что касается данного вкуса массу пари, я скажу так, что, как сказал Илкин, это панрас, с которым 2 часа курения уже, да, не яркий, странный на ароматику и довольно-таки немного неприятный вкус, грубо говоря, по крайней мере, для меня. Какашки-то остались. Какашки остались, да. Очень быстро выветривается, и вообще, то есть, ты о нем его не чувствуешь. Просто ты, грубо говоря, гоняешь воздух. С пачки, конечно же, все это круче. Пахнет, слышится, да? Но... Есть еще такая вещь, когда ты вот затягиваешь, есть такой вот, знаете, привкус жирности, то есть привкус масла. Да, чай дам Гагуне, пускай он попробует, а я его поснимаю. В натуре как будто бы уже курица тонну лет. Да. И судя по дымности, без замены угля. Да. Ну пустой. Пустой. Просто пустой, да. Может там в Индии за счет климата, за счет воздуха и других пахнущих веществ в воздухе, он курица куда вкуснее. Облегченная версия панраса. Да, это у нас массу пари. Название это интересно. Массу пари, конечно, да.
Могло бы быть лучше. Могло быть лучше. Так, ну давайте мы сейчас прогреем другую чашку. Это Мангай Пас. Мангай Пан. Это будет уже тот самый панрас. Грубо говоря, я так думаю. И напоследок потом уже взорвем Шафрон Дабл Эйпл. Апл. Дабл Апл. Все, ребятки, не переключаемся. К нам присоединился Манагер. Это у нас следующий вкус. Это Мангай Пан. Он намного интереснее вкуса, который был у нас до этого. Это Массу Пари. Так, скажу сразу. Как одеколон. Тоже выветрившийся панрас. Нотки панраса, соответственно, есть. И панмасалы. Но интереснее, нежели прошлое. Чувствуется именно привкус листа, про который я говорил. В чё заматывают. Собственно, здесь пан, да, чтобы его хавать. Не такой едкий, держится на языке, потому что дает маленькую свежесть и куда более приятнее. Но нет такого вау, да? Я думал, что эти вкусы прям будут вау, какие-то необычные, яркие, прикольные, но не очень прикольные. Да и не очень-то уж и необычные. Да, и не очень обычные, очень топороватые, такие водяные. Ну-ка, Манагер, да. Попробуй и погромче. Массу пари, да. А, нет, Мангай Пан. Ну, слушай, у них есть немало вкусов, которые поинтереснее, чем на эту тематику. Ну, естественно, да. Он какой-то не такой яркий, как... Его легко перебить, что удивительно. У Авзала обычно специи... Что панрас, что кесарпан, там, я не знаю, и остальные специи. Кесарпан, вкус был. Да. Вот, кесарпан. Их хрен перебьешь, а это такой мягкий. Прям очень лайтовый. Ну, курицоло пару раз. Чтобы не навязчиво было, может быть, и можно. Ну да, но ты его не покуришь, потому что его нет в России. Не, вы картинки эти видели вообще? Да, картинки на пачках ужас. Очень отвратные. Так, ну, Гагунь, давай свой вердикт. Ну, блядь, вот по факту, да, вот картинки, что в России, что здесь, но от курения такого не может быть. Я не знаю, что нужно употреблять, блядь, чтобы такое у тебя вылезло просто. Ну-ка, давай, Гагунька. Ты покури. Одеколон. Одеколон, но посвежее. А он интереснее, знаешь, чем? Как раз-таки насыщенности. Там не хватало насыщенности. Да, но все равно. Здесь она есть, но она просто не такая прям. Мягкая. Да. Но одеколонная. Мне кажется, интереснее всего покурить двойное яблоко. Вот, пойдет. Да, сейчас мы это напоследок. Шафраном. Нет, если нет вариков, больше чего покурить, то окей. Но если есть варики, то не окей. Но все равно, вот я тебе говорил сейчас до этого, у него дымность получше. Ну да. У нас сейчас двойное яблочко греется на солнце. С Максом недавно купили панрас. В итоге покурили один раз на кальяне. И чтобы вы понимали, 4 раза после этого мы не мыли кальян. 4 раза забиваем что-то. Сука, этот панрас, вот он как там был, так там и остался. И только на пятый он начал уходить куда-то уже, у нас другой фон. А этот сразу покурил, выбросил. Но лучше, чем первый вкус. Лучше, чем первый, но первый был панрас после 2 часов, а этот кесарпан после 1.5 часа. То есть для Индии почему-то жалеют аромки. Или они не любят сильно ароматные кальяны? Возможно, да. Может, вообще похуй. Им же лишь бы, блядь, 8 углей на. Да. Фольга, блядь. Колпак. Ладно, что, погнали к двойному яблочку. Я уже чувствую, как она на солнце начинает пахнуть. Да. Вроде прогрелась у нас двойнушечка. Она у нас шафраном. Шафраном. Как я и говорил, на запах это чистейший Golden Amber. И при... Ну, то есть я не чувствовал никакого шафрана там просто. Просто Golden Amber, да, как бы, сладкий анис.
Да. Это просто Golden Amber. Возможно, если я бы тотально знал, что такое шафран и как он на ароматике, я бы его почувствовал, да, вот где-то там он затерялся. Да, это сладкий анис, Golden Amber. Разочарован. Я думал, будет прикольный такой анис. Думал, прикольное двойное яблоко будет. Кто не знает, что такое Golden Amber, это анис плюс сладость, как бы, плюс карамель. Ну да. В общем, в Индии курить нечего. Они просто не такие прошаренные, как мы. Ну-ка, давай, дядька. Вы приезжайте в Россию. Они в России будут плеваться от кальянов. А где двойное яблоко? Нет, это анис, не совсем двойное. Ну, типа, опять-таки, яркости нету. Но, да, похоже на анис с карамелью. Но это же двойное яблоко. Оно должно прям ебашить, а оно не ебашит. Ты Golden Amber курил? Нет. Это одна из разновидностей двойного яблока, которое очень мягкое. Именно такой анис на лайте, короче, такой лайтовый анис. Вот кто хочет анис, то не хочет, грубо говоря, альфакеровское двойное яблоко курить. Понял? Блин, а может для этого табака нужно закинуть реально 8 углей, фольгу, там, сделать дупло, сороку посадить, пожарить. Дупло себе сделай, блядь. И тогда, может быть, он будет по-другому раскрываться? Не знаю. Нет, дело не в этом. Дело в том, что шафран как такового там нету. Но мы его не чувствуем. Да, ты знаешь, да, что такое шафран? Да, но я его не чувствую. Ну, что его как бы... Ну, сколько, что такое шафран? Объясни, люди, я лично очень понятнее. Это специя. Ну, я понял, что специя. Одна из самых дорогих причем, между прочим. Вот, а из чего она? Я хэза, но она такая пряная достаточно и приятная на вкус. Всегда, ну, понятно, можно понять, что там есть шафран. Ну, сложно описать этот вкус. Вот, да. Но здесь я его все равно не чувствую. Ну да, давай попробуем, что она скажет. Продуй хорошо, да, там шарик залик. По сути, если взять вот эти три вкуса, то их можно охарактеризовать как унылое дерьмо. Скурившийся табак. А, да. И каждому из этого табака мы нашли, в принципе, альтернативу, которая ярче. Ну да. А мне кажется, это твои любимые чашки на следующее утро, когда вот ты вечером покурил, у тебя немножко осталось, и ты утром уголек докидываешь, и вот второй покур устраиваешь. Нет, просто я к чему веду? Возможно, как раз таки мысль, которая развелась у нас на второй чашке. Может, им и не нужно яркий вкус? Ну, ты им уверен, да? Поэтому есть разделение внешний рынок, внутренний рынок. Ну, это так, чисто, чтобы люди узнали. Ну, и опять же, то, что ты делаешь с двойным яблоком, карамель, блядь, шафран, да чего угодно. В любом случае... Минус аниса, так же как и плюс аниса, это что бы ты туда ни положил, ты его не заметишь. Ну да. По большому счету. Кроме как панрас, да, но это такой, опять же, слишком яркий вкус, который тоже все сожрет. И он опять не такой дымный, как второй чай. Да, 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 да. Хотя грелся дальше. Ну ладно, бедная механика. Прокурили мы через тебя индийские помои. Ну, надеюсь, отмоешься хорошо. Если что, у ребят есть гарантия, я им просто отправлю, скажу, бля, ебать, покурил, да, металл у вас пропитался. И они без проблем поменяют. Это стопудово. А это Мамуния, это веранда Мамунии.
такая вот она крутая, так что вот такую вот солнечную погоду здесь сосать хороший лимонадик со льдом и курить кальян на нормальном табаке будет в самый раз. Этого табака здесь не будет. Поэтому всем спасибо, это Дава Дым. Так что чисто так сравнить, посмотреть. Для экскурса. Да, для экскурса, как бы, для информации. Пока-пока.